блин, как стрёмно. Вот это такое. Фу, блядь. Ребята, кто-то за комодку такой. Ребята, что это за хрень такая получилась? Фу, какая боль! Посмотрим! А, блин, какие глаза у него! Что это за существо такое? Ребята, посмотрите на эти глаза, прям как человеческие! Похоже на что-то морское, типа кальмара какого-то! Посмотрите, оно живое! Блин! Что за существо такое? Оно живое, ребята! А, блин! Гомонку! Чудище какое! Смотрите, он шевелит глазами. Смотрите на него, блин! Что это за хрень, блин? Гомонку! Какое оно стрёмное! Ребята! Смотрите, это белое! Блин! Вот это гомонку! Вот это чудище! Вау! Это нереальное что-то! Походу его воду попробовать. Это реально какое-то плавающее. Я смотрю. Смотрите, как оно рассматривает. Такими глазами шевелит. Вау. А, блин. Посмотри на меня. Как оно смотрит. Да, ребята, это вам гомункул и низ куриных яиц. Это из страусиных. Здесь ищи чего угодно. Гомункул. Вот это существо. Гомункул. Куда ты ползёшь? Вау, блин! Посмотрите, что он делает хвостом. Он точно хочет плавать. Эй, ты куда? Вау, блин! Что за хрень такая? Посмотрите, посмотрите, что он делает. А, успокойся, блин! Фу,
походу. Походу я его успокоил чуть-чуть. Походу он сам испугался. Да-да, он дрожит. Вот хвост дрожит как. О, блин. Нужно будет его куда-то выпустить, пока какую-то мысль с водой. Ребята, кому понравилось такое существо, подписывайтесь на канал. Всем пока. Удачи, ребята.